в борьбе с Егором Гордецким. Тут же на Амадиуса Виноградова бросает Роман Фомин. Развернулся Амадиус. Второй раз разворачивается. Двоих практически прошел и бьет поворотом. Гол! Вот это Амадиус Виноградов! Но он вернулся, друзья. Он возвращается на тот уровень, который мы видели в предыдущих сезонах, да? И вот, видимо, его друзья там, да, празднуют с ними. Ну, я даже поаплодирую Амадиусу. Очень приятно, когда молодые ребята возвращают свой уровень футбола и просто блестяще. Сместился в центр. Вначале двоих накрутил оппонентов, а затем пробил в девятку.